Аншлаг не на трибунах, так на острове. Все команды группы «Б» не уходят в раздевалки, отыграв свои матчи, а смотрят чужой. На дорожке «А» «Комсомол-1» против Ярославской области. Счет 4-4. Только что скип «Иркутян» Анна Трухина провела великолепный бросок и поставила свой камень прямо в центр. Чтобы выиграть матч, а значит лишить хозяев полуфинала и отправить туда Краснодар, Василию Телешкину необходимо чудо. Чудо, к счастью для хозяев, не происходит, и они, знатно помотав своим болельщикам нервы, отправляются в полуфинал. Туда они попали в том числе благодаря лучшим, чем у Краснодара, постановочным броскам. Сочинцы, как и Ярославль, отдыхать. Для меня дополнительная мотивация была то, что я беру паузу в карьере, наверное, даже целиком на сезон. Нужно заняться, как я написал в своих соцсетях, здоровьем. Нужно заняться больше тренерской работой, потому что, как вы видите, спортсмены уже хорошие и как бы самостоятельно, я думаю, могут на многих турнирах сыграть. И с семьей. Поэтому я не то чтобы прощаюсь как игрок, но беру паузу. Всем спасибо, кто поддерживал меня. Удачи, Вася. Возвращайся. А вообще, последние два тура чемпионата были несколько грустными. Так, в группе А, словно Аргентина-Ямайку, Московская область Васькова обыграла Новосибирск-Косича, сделав параллельную игру Москва-Иркутск 2 просто формальностью. Поэтому, даже победив, Тимофей Насонов и его красивая команда главные матчи будут смотреть в роли зрителей. Могу сказать несколько плюсов. Во-первых, никогда не сдаваться, да, и это продемонстрировано и сейчас было, и вот на первой игре. Ну, а второе, спокойствие, только спокойствие, вот оно и помогает. С грустью на лед смотрел и Валера Кемеровский, медведь-талисман. Ведь его команда «Кузбасс» отправляется домой. Однако не с пустыми руками, а как минимум с одной победой и кучей информации в голове. На чемпионате России мы впервые выступаем. Также ребята посмотрели объект «Ледовый Байкал». Он точно такой же, как у нас в «Кузбассе», но все равно что-то разное. А лед как? Лед очень понравился. Великолепный. Спасибо айсмейкерам. Айсмейкеры у вас тут лучшие. Есть, однако, на чемпионате команды, которые в графе победы имеют ноль. И самое интересное, что находятся они ровно на разных сторонах нашей страны – Владивосток и Калининград. Для первых, с самым молодым составом, участие – это больше плюс, чем минус. Посмотрели, как играют люди, которые постарше нас, умеют хорошо, прям очень сильно хорошо играть. Чему-то мы научились, чему-то мы будем еще учиться в дальнейшем. Посмотрели город такой? Да, на Байкал съездили. Хорошее, красивое место. Жизнь удалась? Да. Но не грустят и калининградцы, хотя, наверное, они рассчитывали чуть на большее. Мы взяли грандиозные эмоции. Нам очень понравилась организация данного турнира, нам очень понравился лед, какой подготовили. И спасибо всем за хорошие игры, за хороший опыт. Мы надеемся, что в следующие разы, когда мы будем приезжать, мы будем показывать намного лучший результат. Без вариантов и медалей уезжать с чемпионата и Санкт-Петербург. Причем полностью обоими составами. Ни команда Бабарыкиной, ни Красикова из своих групп не вышли. В этот раз играли с новыми регионами, как Кемеровская область и Приморский край. Но это позитивные моменты, я считаю. А негативные, скорее, что мы рассчитывали выйти в плей-офф, но у нас как-то не получилось. У нас половина команды, Кира и Олег, были на соревнованиях, и они немного были не в суперформе, так сказать. Они очень устали, у них было очень много турниров. Поэтому нужно уметь играть на оставшихся силах, на волевых, так сказать. Команды покидают площадку, и тут появляются они, властелины поляны, короли пеблов, в общем, боги льда. Айсмейкеры. Бригада Белова весь турнир не уходила с трибун. Хоть кто-то доследил за ситуацией. Теперь в последнюю ночь они снова колдуют. Как? Точно не говорят. Однако заключительную заливку просят не снимать. Поэтому здесь использовано дневное видео. Тайны и секреты – это по-нашему. Лед пройдет себя прекрасно. Будет отдыхать, набираться сил. Завтра ему надо быть, как прежде, быстрому, агрессивному. У него, как у самурая, нет цели, у него только путь, и путь этот быть только успешным. На этом все, чемпионат почти закончен, и осталось, когда вы это смотрите, только два матча, и оба за медали. А значит, спасибо, Иркутск, это было великолепно. Праздник льда был на высоте.